Хаталы олайлары вакытында Молдова девлетинде дургудулду кими каналларын яйыны. Онларын арасында Примул ин Молдова, ТВ-6, Орхей ТВ, Акчент ТВ, НТВ Молдова, РТР Молдова. Гагаузиан халтупушын депутаты Елена Юрченконы шанада они яшайынар чок сыраданы шерлар, кимкенди бакшыларына ачыклырлар, рус дилинде яйынны япан каналларын капанмасы ичин. Закрытие данных телеканалов. Бу каналларын капанмасын шаннеруна ани Гагаузианын хем Молдова девлетин үзлерлен яшайыны калажиклар информациясыз. Доступа к информации. Гагаузиан халтупушун депутаты Иван Димитроглунун шанада ани Гагаузияда бүйүн чалышыр үч официал дил хем хаталы олайлар комиссиясынын карары каршы кедер рус дилинде лафидан инсандарын хакларына. Говорят о политическом плюрализме в Республике Молдова, говорят о демократии. Чок лафидерлар демократия чин хем лаф сербестли чин. Биза магюри ресниче девлет кувитлери тоталитар режимини герчиклер. Бүтүн девлетте диктатура. Где сегодня есть президент, где сегодня есть парламент, где у правящей партии есть вся вертикаль власти, в том числе включая судебную. Сейчас они берут под себя и прессу. В стране диктатура. Диктатура. Халк топлушын депутаты Михаил Попов чизгиляде ани яйыннарын запедилмеси баалы бой экраннардан гилян аслы информация илан. Они говорят правду о нищете в нашем государстве сегодня. Оннар гюстерирлар фукарелери хем ону не сөйгүтүрирлар кендилерини кувитте булунаннар. Эл бийетке өндүрчүлөр буну сезмедилер. Хепси ким каршы коер баскы алтына түшөр. Но это никому не секрет сегодня, что у нас происходит в государстве. У нас все, кто не лояльны к нашему государству, они подпадают под пресс. Бүгүнкү кувейтлер забедирлар яшайыннарда патриотизм дуйгуларыны тербиеден ишлери нышанады халк топлушун депутаты Леонид Күйсе. Изначально они запретили... Ең илкин оннар запеттілер совет фильмлеріні, рус хабер порталларыны, хем Георгиев ширидіні. Хепсі бұннар яшайыннарда севги ватанына тербиедердилер. Воспитывают у людей любовь к родине. Халк топлушун депутатлары ачыкладылар кенди бакшына ани халклар арасы уурда да бу карар лазым бакылсын. Елена Радкоглу, Алена Терзи, Владислав Табачук, Мария Казаку, ГРТ хабарлар.